В музейно-выставочном центре «Диорама» открылась выставка «Мы вместе». Это совместный проект с национально-культурной автономией татар города Кирова. С традициями татарского народа знакомилась Милана Поварницына. Вятский край славится не только богатой историей, но и многонациональной культурой. Это территория, где издавна соседствовали славянские, финно-угорские и тюркские народы. Сегодня татары занимают второе место в области по количеству населения после русских. С 2005 года в Кирове существует национально-культурная автономия татар. Ее цель – это сохранение языка и культурных традиций. Я люблю вот свой язык, свою культуру, свои традиции. Я хочу, чтобы именно у нас население было положительные отзывы, люди знали, не зная ведь свою чужую культуру, не знаешь, кто ты, так ведь. Вот поэтому мы хотим показать свою культуру, что народ не воинственный, что очень добродушный. На протяжении 5 лет автономия татар проводит татарский национальный праздник Сабантуй, организует курсы татарского языка. А чтобы сохранить кулинарные традиции, конкурс «Татарская национальная кухня». А для выявления талантов ежегодно проводится фестиваль татарской песни. Подробнее узнать о традициях и промыслах татар теперь можно на выставке в Диораме. Здесь можно увидеть Кораны разных изданий, татарскую литературу, изделия в стиле лоскутной техники, которые посвящены исторической родине татар, городу Булгар. Есть и экспонаты, которые представлены впервые. У нас выставлена выставка «Хадж». Это паломничество, одно из столпов ислама. И из Кирова у нас именно непосредственно человек 10 уже, начиная с 2005 года, посетили хадж, паломничество. Это проходит в Саудовской Аравии, в Мекке, в городе Мекка и Медина. Святое паломничество обязан совершить каждый мусульманин. Главная цель паломника – священный храм Кааба. Женщинам разрешается надеть брюки, халат и носки. Мужчина же в костюме из двух полотнищ проходит весь путь босиком. В течение дня они совершают намаз, молясь в сторону юга. Каждый паломник берет с собой мыло, сумочку для обуви и браслеты, чтобы не потеряться. Это только небольшая часть культурного наследия. Все это показывает, насколько самобытна и интересна культура татарского народа. Милана Поварницына, Руслан Быкасов, Денис Тружков, Вести, Кировская область.